Вот началась адская ночь. Не видно. Так, слушайте, с факелом безопаснее убивать паука. А вот паутину еще ловит, сука. Я сейчас сдохну. Блин! Да они издеваются, как выживать-то, если... Вот чё? Ночь. Я сдохну сейчас опять. 10 раз. Надо было кровать делать. Знаете, в чем проблема? В том, что ночь длится минут 10 реальных в жизни. Ну не 10, может поменьше. Ну это, короче, очень тяжело. Вот как я сейчас должен... вообще ничего не видно. Факел не сделать. Чё он стоит на месте, идиот? В чем проблема-то? Крипер разорвался. Блин. Короче, этот мод тоже удалю, наверное. Потому что все, я сейчас умру, смотрите. Как вот выживать? Ха, я вообще не понимаю. Ночь наступила, и вообще ничего не видно. И сейчас я опять сдохну. Ну это вообще бред полный. Короче, кто такие сборки делает? Не знаю. Мне интересно, эти люди сами вообще выживали свои сборки, нет? Ладно, я удалю этот мод. Второй. Два мода удалю, модов 90. Так что я, ну, считаю, что ничего страшного в этом не будет. Сборка будет считаться полноценной все равно. Вот этот второй тоже дебильный мод удалю, который вообще нечестный. То, что ты ночью вообще ничего не видишь. Это вообще жесть.